Всем огромный привет, друзья, и добро пожаловать в новое рождественское видео. Сегодня мы с вами посмотрим мои покупочки, которые я буквально недавно совершала в IKEA и также еще в других некоторых магазинах. И там все просто максимально рождественское, новогоднее. Так что у меня прямо поднялось настроение, и сегодня я также буду украшать квартиру. А сейчас предлагаю с вами распаковать, что же я купила, посмотреть, что продается в магазинах и вообще, что осталось, потому что если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели, что в IKEA просто все смели, собственно, как я и говорила, где-то еще, наверное, в ноябре, когда я была в IKEA. Да, IKEA, конечно, очень все любят, и всегда все в основном там и покупают все к Рождеству, а тем более сейчас в Чехии еще и были скидки в IKEA, так что... Можно сказать, практически я урвала просто все, что осталось из последних таких новогодних вещей. Также в предыдущем видео я вам говорила о том, что елки в IKEA какие-то немного скудненькие, на мой взгляд. Опять-таки, как бы я не знаю, у всех свой вкус, и, возможно, кому-то это даже больше нравится. Но я решила пойти к старым добрым друзьям, вьетнамцам, которых в Чехии очень много, кстати. И здесь очень много таких мини-маркетов, маленьких магазинчиков, где они очень много всего продают. В общем, у них есть просто абсолютно все. И, как вы можете видеть, уже рядом со мной находится елочка, которую я как раз таки купила именно в таком магазинчике. Они обычно стоят абсолютно недорого у них, то есть, ну вот эта елочка обошлась мне в 130 крон примерно, то есть, как бы можете понимать, что довольно приемлемые цены. Когда, допустим, в то же время абсолютно такая же елочка стоит в глобусе где-то больше, чем 300 крон, по-моему, даже что-то порядка 400 крон вроде как. Ну, то есть, как бы, вот вы понимаете, да, цены все-таки у таких магазинчиков, мини-маркетов немножечко пониже, и там действительно можно купить что-то интересное. И, наверное, из таких аналогов, я даже не знаю, честно говоря, что можно назвать в России, возможно, такие какие-то личные, частные фикс-прайсы, что-то такое, в общем. Сейчас мы с вами начинаем распаковывать вещи, которые я купила, рождественские, и поехали. Итак, а начну я прежде всего с покупок из IKEA. У меня такой пакетик. Первое, что я достаю, это вот такое вот рождественское печенье. Имбирное в IKEA, оно стоило где-то примерно 60 крон или 70, то есть довольно приемлемые цены. В других даже магазинах бывает, что они стоят дороже, а здесь еще такая приятная металлическая коробочка, и эту металлическую коробочку вы, в принципе, можете потом использовать и сами печь печенье или все что угодно, и можете складывать в эту коробочку. Она с очень милым дизайном, с такими рождественскими домиками, очень красивого красного цвета, и само печенье там, кстати, очень-очень вкусное. Далее идет вот такая рождественская свечка. Она абсолютно обычная, ничем не примечательная, просто я решила, что я поставлю ее на стол и вокруг положу такой красивый веночек. И, в общем-то, мне кажется, это самый такой, наверное, минималистичный вариант украшения стола в целом, так что это очень полезная свечечка. Далее у нас идут вот такие вот звездочки из IKEA. Они в последнее время особенно набирают популярность, обороты, и очень многие действительно любят их покупать. Я купила вот такую вот звездочку с красным рельефом, мне показалось, она очень милая. Это, кстати, новая коллекция, изначально в IKEA, мне кажется, вообще были просто обычные белые звездочки бумажные, но они, кстати, тоже вполне красивые, а потом они уже стали делать разнообразные другие дизайны. И сейчас, в общем, каждый может, в принципе, особенно если он будет заранее покупать это все, выбрать себе что-то на свой вкус и цвет. Вот, в общем, я вам оставлю здесь где-нибудь картиночку, как это выглядит на самом деле, когда ее откроешь уже и расправишь. Мне кажется, очень такой хороший вариант. Также я купила еще две вот такие вот звездочки поменьше. Они идут с такими точечками, крапинками, не знаю точно, и они именно вырезаны там. То есть, если, допустим, вот на этой звездочке там просто выбит рисунок красного цвета, такой рельеф, то здесь они прямо вот выбиты, эти точечки, и тоже очень красиво смотрится, мне кажется. Вот, так что... Как-то так я закупилась звездочками. Это, в принципе, оставались, можно сказать, практически последние варианты, которые есть. Я знаю, что в IKEA вообще очень много разных рельефных, узорчатых звездочек было. Вот, но мне досталось, что досталось.
и я, в принципе, довольна. Далее, также для звездочек нужно какое-то освещение, и многие зачастую ставят их на окна или вешают на окна. И вот, собственно, чтобы повесить такую звездочку на окно, нужен вот такой вот кабель или провод. Раньше я в звездочки просто вставляла гирлянды, и, в принципе, тоже было довольно нормальное освещение, так что попробуем что-нибудь новенькое, а в остальные звездочки вставлю просто гирлянды. Далее вот такие вот лампочки. Я взяла немного энергосберегающие, потому что, мне кажется, особо супер яркое освещение, наверное, внутри этих звездочек и не нужно. Вот, поэтому для вот этого вот кабеля я купила еще вот такие вот лампочки. Еще я купила вот такие вот гирлянды, если их можно так назвать, вешать на елочку. Они абсолютно бюджетные, самые такие простые. Далее идут вот такие вот гирлянды. Они у меня будут функционировать от батареек. Есть в IKEA также гирлянды, которые функционируют от розетки, то есть от электричества. Я купила 3 вот такие вот упаковочки, потому что я очень люблю иллюминацию, люблю, когда все светится, когда елка очень-очень так сильно украшена огоньками. И, правда, здесь всего лишь 12 штук, 12 лампочек, поэтому я решила купить немножечко побольше таких гирлянд, потому что буду украшать максимально ярко, как мне кажется, это самое такое, на мой взгляд, опять-таки, красивое украшение для елки. И, в общем-то, что еще осталось из пакетика IKEA, он уже опустел у меня, то это просто обычные батареечки, которые я как раз и буду вставлять для того, чтобы работали мои гирлянды на елочку. Итак, а мы тем временем с вами двигаемся дальше, и сейчас я покажу, что я также приобрела в других магазинах. Здесь такой уже пакетик немножечко побольше, но не сказать бы, что там намного больше вещей, хотя, в общем-то, наверное, здесь все такие основные украшения у меня сосредоточены. Начнем вот с такой красивой веточки рождественской. Я ее купила просто в обычном мини-маркете, там же, где я и купила эту елочку. И мне она очень понравилась. Здесь есть такая небольшая часть с хлопком. И в целом, мне кажется, выглядит очень-очень по-рождественскому. Очень такая симпатичная, яркая. Просто куда-нибудь поставить, как декор для комнаты. Мне кажется, очень уютно будет смотреться. Далее у нас идет вот такой вот веночек на стол, как раз таки про который я и говорила, что он будет стоять у меня вместе со свечкой в композиции. Его я покупала в магазине Tiger. Мне кажется, такой довольно неплохой, он достаточно бюджетный. Насколько я помню, он стоит 120 крон. Для таких веночков, мне кажется, вполне приемлемая цена, потому что обычно они, конечно же, стоят в разы дороже. Дальше в основном пойдут покупки из магазина Globus, и их я покупала в отделе для дома. Там сейчас очень много было всего к Рождеству, но тоже, конечно же, раскупили, и я вам покажу свой такой небольшой улов. Вот такая вот милая веточка с шишечкой. Также можно добавлять и на елочку в том числе, и просто оставлять как декор для комнаты. Также в Глобусе я купила вот такую вот бумагу оберточную. И на самом деле вы чуть позже увидите, когда я буду украшать дом, для чего я буду на самом деле ее использовать, не совсем для подарков. Но, в принципе, если останется для подарков, тоже в том числе буду использовать. Очень милая, как мне кажется, стоила вообще всего лишь 9 крон. Дальше в основном пойдут новогодние игрушки. Для елочки я купила вот такие вот рождественские веточки белого цвета, потому что я хотела выдержать елку как в каких-то таких белых оттенках, бело-серебристых. Мне кажется, очень симпатично смотрится. И, как мне кажется, их, в принципе, можно поставить в какую-то вазочку вот так вот, и они просто будут украшать ваш дом, как такой небольшой мини-букетик из белых шариков. Далее идут вот такие вот, можно сказать, практически абсолютно простые белые шарики. И они сделаны из такого материала, я бы сказала, из поролона или из чего-то такого. То есть они абсолютно легкие. Далее идут из такого же материала вот такие вот милые, красивые рождественские звездочки. Очень мне они понравились, мне кажется, очень симпатично смотрятся. Вот такой вот набор из игрушек-сосулек. Тоже очень симпатично, особенно если повесить их как-то вот так вот на переднюю часть елочки, они будут так очень гармонично свисать. Мне кажется, очень красиво будут дополнять в целом композицию. Вот такие вот очень милые минималистичные игрушечки из полосок.
тоже очень красивые, мне кажется, они такие прозрачные и при этом еще и с таким милым дизайном. Также из игрушек купила вот такие вот снежиночки. Они тоже, мне кажется, будут очень красиво дополнять елочку. На верхушку елочки, конечно же, звездочку. Тоже она такая блестящая, в серебряных цветах, с блестками. Очень красиво будет смотреться и возглавлять зимнюю красавицу. И последнее, что здесь есть, это вот такой вот милый олень, который будет стоять у меня вместе с веночком и свечкой на столе. Очень классный, мне кажется, тоже очень милый и такой немного глянцевый. В общем-то, это все. Это и были мои покупочки рождественские. Надеюсь, что вам понравилось и вдохновило, возможно, тоже купить что-нибудь для дома. А сейчас мы с вами перенесемся во вторую часть этого видео и продолжим поднимать наше рождественское настроение. Поехали! Как я и сказала ранее, я буду использовать оберточную бумагу не совсем для подарков, но тем не менее буду украшать ими коробочки, которые в дальнейшем послужат как подставка для елочки. Это рождественский франтишек. Это такой вид традиционной чешской свечки, которую зажигают на Рождество. В данном случае, чтобы сделать такую свечку, используется древесный уголь, который перемалывается, и к нему добавляется ладан. Если вы зажигаете такую свечку и ставите в комнате, то через некоторое время в комнате образуется очень приятный рождественский запах. Вот я уже, правда, открыла упаковочку. Вот так вот, там 5 таких свечек в упаковочке. И называется рождественский франтишек. Это с чешского, если переводить. Смотрите, какая красивая бумага рождественская.
Сейчас снова открылись музеи, посмотрите, какая очередь стоит на выставку Рембрандта, на которой мы с вами уже были. Я вам показывала некоторые работы в одном из своих влогов. Посмотрите, какая кружка в Старбаксе есть с Прагой. Очень красивая. Здесь часы даже выбиты специально. Очень красивая чашечка. Здесь внутри написано «Прага». В Старбаксе сейчас появились новые стаканчики рождественские, очень красивые. И посмотрите, какой красивый вид. Сейчас мы с вами попробуем подняться на башню, которая находится в ратуше, и посмотрим на Старомнецкую площадь с высоты. Здесь на входе нужно взять вот такие вот буклетики, и вот так вот выглядит лифт, на котором мы сейчас с вами поедем наверх. Он очень красивый в виде такой капсулы, сейчас посмотрим. И вот тот самый классный лифт. Сейчас мы с вами на нем поедем. Он сделан в виде капсулы. Здесь можно также подниматься просто по лестнице. Но разве это интересно, когда есть такой красивый лифт? Посмотрите, какая красота, я просто потеряла дар речи, если честно. Здесь панорама на всю Прагу. Сейчас мы обязательно с вами выйдем. Очень красиво. Смотрите, вот это называется Пражская Венеция, и вот здесь на крыше это все голуби сидят, представляете? А вот здесь находится одно из знаменитейших кафе в Чехии с классным видом, тоже на Старомнецкую площадь. И вот на вот этом вот углу обычно очень многие люди фотографируются. Я пока что там еще не была, но тоже хочу сходить. Но посмотрите, какой отсюда вид открывается, это же просто потрясающе.
Староместской площади сейчас еще не так много людей, как в прошлом году. Вон та самая очередь на Рембрандта и Тынский храм. Это просто потрясающее место. Так что если вы приедете в Прагу и захотите какой-то панорамный вид, то я вам очень советую прийти именно сюда, в башню ратуши, и также еще на Карловом мосту в башню пойти. Там тоже очень классный вид. Я, возможно, вам прикреплю здесь фотографии, как выглядит вид оттуда на Карлов мост. Но здесь это просто потрясающе. Посмотрите, здесь также есть вот такие стенды с информацией про сами астрономические часы. К сожалению, на русском языке я не вижу, но есть в том числе на английском языке. И вот здесь вот, допустим, есть расшифровка символов, которые есть на Орлое. И вообще очень много всего интересного. Не пропускайте их, потому что они бесплатные, и можно что-то для себя очень интересное узнать. Поэтому я обычно стараюсь во всех музеях и достопримечательностях брать что-то такое. И это, кстати, также хороший сувенир на память. Итак, а сейчас мы с вами идем смотреть очень красивые интерьеры, которые здесь находятся в ратуше. Тоже вам постараюсь снять все самое классное и интересное. Вот это вот вход в тюрьму. Сюда помещали людей на один день перед вынесением приговора в суде. А суд был как раз-таки вот здесь. Мы сейчас находимся с вами в зале заседания. Это самый старый зал заседания. И это считается одним из самых ценных залов в этом здании. Ну, собственно, это можно видеть. Здесь потрясающий просто потолок. Все в таком готическом стиле. И вот такая вот красивая печь. Смотрите, вот эти вот именно скульптурки вылезают, когда пробивают ровный час на Орлое. И вот там вот открываются вот эти вот окошки, и там появляются вот такие вот скульптурки. Вот здесь можно видеть механизм. Это 12 апостолов. Вот это вот все витражи 19 века. Це Вануце, все.
Ласка в сердце, покой в душе, морозум в голове. Ужасные сладкие. Не на главне. Традиционное чешское печенье рождественское продается. Смотрите, какой красивый пряничный домик. Вот для любителей ярмарок все-таки есть небольшая совсем ярмарка. Несколько домиков буквально, совсем чуть-чуть. Но все-таки есть, так что не все так плохо в этом году. Можно тоже прийти и посмотреть себе что-нибудь. Давайте посмотрим, что здесь продают. Игрушки рождественские. Чешские хрустали, посмотрите, какая красивая люстра. Вот этот домик недавно буквально отреставрировали. Посмотрите, как красиво выглядит. Я сейчас нахожусь в Гавельской Коруне. Это очень классное кафе в Праге. Очень вам тоже советую сюда как-нибудь заглянуть. И вот это вот традиционное чешское блюдо, свичково на сметане. Это вы можете видеть кнедлики. Там также еще говяжье мясо. Также в Праге есть огромное количество красивых пассажей, которые сейчас украсили к Рождеству. И сейчас вы увидите некоторые из них, как мне кажется, очень красиво украшены. Вот смотрите, здесь тоже продаются елочки живые. Целый такой рыночек, можно сказать, в центре города. И веточки омелы.
На этом наше рождественское видео подходит к концу. Спасибо вам огромное за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, подняло вам ваше новогоднее настроение. И в целом вы очень хорошо провели ваше время. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ждите скоро еще более классные рождественские видео с разными рецептами, прогулками. Будет вообще очень-очень много всего. И спасибо еще раз огромное за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.